Всем привет, на связи Мабу и в сегодняшнем видео как ответить на извечные вопросы в Android разработке, где посмотреть правду и нет, это не нужно смотреть видеоблогеров, увидеть реальный ответ на часто встречающиеся вопросы, например, такие, как что выбрать iOS или Android разработку, что для разработки выбрать Java или Kotlin, или, например, что там должен знать Android разработчик, стоит ли сейчас в 2023 году становиться Android разработчиком. То есть есть извечные вопросы, самые часто встречающиеся, и на них можно ответить очень быстро, не нужно не смотреть никакие видео. Как это понять, смотрите в этом видео. Устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы хотите освоить высокооплачиваемую востребованную престижную профессию и разрабатывать мобильные приложения под систему Android, тем самым быть уверенным в завтрашнем дне, если вы хотите обучиться специальности, которая послужит основой и возможностью для переезда в любую страну, которая вам нравится и позволит вам стабильно и достойно зарабатывать, либо в компании, либо работая на себя в офисе или удаленно, если вы хотите работать на себя и развивать свой небольшой бизнес по разработке мобильных приложений на заказ, если вы хотите создавать свои сервисные мобильные приложения, тем самым влияя на жизнь огромного количества людей, и зарабатывая на своих стартапах, тогда я вас приглашаю на программу обучения на Android-разработчика. Я вас обучу на профессию Android-разработчик на личной основе и доведу до результата качественно и максимально оперативно. На курсе вы овладеете современными технологиями и получите опыт качественной и современной разработки. Курс обновляемый, то есть если какие-то технологии устаревают, выходит что-то новое, то материал курса обновляется. Также я могу вас проконсультировать по поводу мобильной разработки, если у вас возникла проблема при обучении. Ссылка на программу и условия обучения, а также на контакты для связи со мной есть в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. До встречи на обучении. Так, и так как же получить реальные ответы, правдивые на эти вопросы? Все очень просто. Вам ответить на это рынок. То есть рынок разработки. В данном случае под Android ответить вам на ваши вопросы. Например, стоит выбрать Android или iOS разработку. Тут нужно исходить из того, что вы хотите. Если вы хотите трудоустроиться, идете на сайт headhunter.ru. Хотя трудоустраиваются люди через LinkedIn в основном, а не через Headhunter. Но все равно это кое-какая может косвенная, но все-таки статистика. Идем, вводим, я буду смотреть по своему городу Миллионику. И просто Android разработчик. 17 вакансий, но смотрите далее. Раз, флаттер отбрасываем. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, принципе 10, 11. Ну, смотрите, 11 вакансий. Запоминаем эту цифру. Теперь вводим iOS разработчик. Раз. Два. Все. Итак, Android или iOS? Конечно же Android. Потому что это более востребований. Кроме того, вы должны понимать, что за последний год резко снизился спрос на iOS разработчиков. И это связано еще с тем, что, во-первых, много что ушло, во-вторых, это связано с тем, что и просто стремительно сократилось количество устройств. Резко сократилось количество устройств Apple. Поэтому Android или iOS мы оценили с вами рынок и поняли, что все-таки Android. Если вы хотите работать на фрилансе, то там также больше, как, как бы больше востребован Android. Если вы хотите делать свои проекты. Опять же, я вам говорю, только, только что сказал, что за год снизилось, резко снизилось количество устройств на iOS. И будет далее снижаться. Но зато там премиальные клиенты. Считается так, считается. Но как оно будет на самом деле, вы не поймете, пока не начнете делать свои продукты. Но все равно, оценивая вот так вот рынок, мы понимаем, что все-таки Android. iOS все-таки сейчас не стоит выбирать. И давайте вернемся. На, наш, да, на нашу отборку Android-разработчик мы сказали что это 11 вакансий город миллионник а что выбрать все-таки стоит ли заходить в Android разработку или выбрать другое какое-то направление в IT существует три основных направления в современном IT которые как бы очень сильно востребованы это Android разработка ну скажем так не Android разработка а мобильная разработка это разработка, и разро... ну, разработка игр, но там все специфично, я не советую заходить, там нужно во многом другом не связанном с IT, не связанном с программированием разбираться. Есть веб-разработка, то есть это фронтенд и бэкенд. Мы зафиксировали 11 вакансий Android-разработчик. Ну, у нас, смотрите, тут сколько тут, два человека одновременно просматривали вакансию, то есть ну, мы можем посмотреть даже статистику э, потенциальных кандидатов и, и, и как бы конкуренцию, ну давайте фронт-энд разработка 36 вакансий вроде бы, да, как бы больше ну давайте смотреть, раз, два а заметьте, зарплаты, да три четыре, пять это фулл stack. шесть 7, но ну, не каждый будет View Angular, потому что основы все идут на React. Ну, давайте сделаем уступку больше во фронтен. 10, 11, 12, 13, 14, все-таки full stack, 15, нот это backend, 16, Это все не то, не то. Это. Видите, тут уже Android пошел даже. 16 вакансий. То есть Android 11, но Frontend 16. Но смотрите. Там было сколько? Два человека смотрели, тут пять. Вообще фронтенд это самая конкурентная сфера и по сравнению с другими сферами менее оплачиваемая для вхождения. Да? Ну то есть смотрите, но ну, это вообще никуда, это даже на неделю, неделю прокормить себя не хватит. И получается, что во фронтенде, да, чуть-чуть больше на 5 человек, на 5 вакансий больше, но при этом конкуренция в два раза больше. То есть фронтенд не такая уж и привлекательная сфера для входа. Кроме того, нужно понимать, что фронтендом вы не особо заработаете на своих проектах, потому что там больше уклон нужно делать на бэкенд, на безопасность и... фронтенд это просто рисовалка, то есть взять данные с бэкенда и правильно отобразить. Ну, что какую-то динамичность сделать с помощью того, же реакта, да, спа допустим, приложения. Ну, раз мы заговорили про бэкенд, давайте посмотрим на наш бэкенд. Что нам бэкенд готовит? Ну, на самом деле бэкэнд неправильно так водить. Нужно понимать, что есть э, тут же собственная проблема, что во фронтенде, допустим, это HTML, CSS, JavaScript, React. То есть, ну и TypeScript, чтобы на, не на чистом JavaScript писать. Backend это просто нет одного направления технологий. Вы можете выбрать PHP Laravel, Python Django. Сейчас Go появляется, но не так, утра, не так уж развит в Поэтому можем сказать, что у нас есть PHP Laravel, Python Django и также выбираем JavaScript, вот этот Node.js, направление, все с этим связано. Мы давайте ведем сначала Laravel. Лучше искать вот по фреймворкам. 19 вакансий. Ну давайте смотреть. Это, это, скажем так, это несколько бэк это больше, скажем так, full stack, да? Веб-разработчик PHP. Раз, два, три, четыре. Но это другое, да, и, ну, не будем считать. Так, full stack, это full stack, пять. В принципе, можно посчитать, это в e не то. Шесть, семь, это фулл стеки. Семь вакансий. То есть не особо, да, конкуренция все-таки имею ввиду. Не особо востребована. Востребована, но не особо. Хотя раньше в любой, просто в любом маленьком, не знаю, там, городишке, ну, PHP всегда... На PHP всегда работа есть. Django. Смотрим, это Python Django. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. То есть на чуть-чуть больше, чем в Android, да? То есть, ну, плюс-минус э, тоже соотношение. Плюс понимать нужно, что кроме бэкэнда, как такового программирования, вам нужно знать довольно-таки сторонние вещи, связанные с администрированием сервера. То есть не все хотят в этом глубоко погружаться, но я настоятельно рекомендую даже Android-разработчикам изучать бэкэнд хотя бы поверхностно, потому что вам это очень сильно поможет и сделает вас конкурентоспособными. Потому что мало кто из Android разработчиков разбирается в бэкэнде. С какого бэкэнда, какой бэкенд изучить? Изучить PHP. Вот хотя бы с чистого PHP и Laravel. Просто PHP это язык, чистый, единственный язык, который создавался только под сервер. То есть это серверный язык. А остальное все, вот Python, Django, ну Go я не беру, потому что это довольно-таки редкая история. Python со своим Django, Python это язык для всего. Ну и причем самое интересное, что этот язык, его как бы... Причем самое интересное, что это, этим языком в основном пользуются люди, которые не занимаются программированием, самое интересное. Ну, то есть, востребованность ну, на уровне, можно сказать, с Android, Laravel чуть-чуть уступает востребованности, как Android. Но нужно знать очень многие вещи с администрированием, и Linux, Linux нужно знать и разбираться, поэтому не для всех. Ну и, конечно же, давайте сейчас, по-моему, Node.js, да, называется? Node.js, но тут нужно, Node.js везде очень часто встречается во фронтенде, в вакансиях во фронте, поэтому нужно искать исключительно в названии вакансии, чтобы было. Ну вот, то, что мы видим. Три вакансии. То есть вообще не имеет смысла, да? И таким образом, что мы можем видеть? Со стороны востребованности, популярности, скажем так, оценки доходов, возможностей на фрилансе, возможностей, скажем так, по созданию собственных проектов. Потому что когда мы говорим про, веб, про веб, то для того, чтобы создать собственный продукт, вам нужно знать и бэкэнд, и фронтенд. В Android все проще. Бэкенд, ну, может, обычно в Android разработке мы уже используем готовый бэкэнд, но иногда разрабатываем свой. И вот я сейчас, допустим, в своем проекте разрабатываю свой бэкэнд. Но опять же, там не нужно, не нужно такое глубокое погружение и безопасность, как с сайтами. Да? при Android разработке там все попроще и мы видим что во-первых Android разработчик который знает немного еще и backend ну на поверхностном уровне может, может сам полностью создавать продукт что нельзя сказать про backend разработчика и фронтенд разработчика потому что они должны там нужно там важно знать две стороны в Android это все не так заметно и поэтому мы действительно можем сказать, что Android разработка ⁇ это сейчас самая такая привлекательная для входа специальность. Еще очень часто раньше был вопрос, но наконец-таки уже люди не задают этот вопрос. Давайте сразу перейдем в Android разработчик. Это вопрос следующий. На чем писать приложение? Что изучать? Java или Kotlin? Давайте откроем вакансию. Что пишут? Kotlin. Flutter middle. Java. То есть видите, уверенно либо Java или Kotlin. На самом деле у нас все уже почти на Kotlin. То есть естественно Kotlin. Идем дальше. Я просто случайная. Знание Kotlin Java. Kotlin стоит впереди. Ну то есть, что мы видим? В основном требуется Kotlin. И опять же, вам, вы хоть, хотите войти в Android разработку, думаете, что изучать, Jetpack, Compose или XML подход. Для интереса зайдите и посмотрите, сколько вакансий на Jetpack Compose, как обязательно требование. Увидите, что XML более востребован. То есть, какой посыл этого видео? Посыл этого видео следующий. Скромные, если у вас есть такие спорные вопросы, какую сферу выбрать? Frontend, backend, Android? На чем писать? Что изучать? Java Kotlin? XML или Jetpack Compose? Что, что выбрать? Android, iOS, а может быть Flutter? Да? Что выбрать? Обычно человек идет и смотрит видосы, читает статьи. А нужно смотреть на рынок. Заходите на рынок и смотрите, что востребовано. Тот же самый родмап. Что должен знать Android разработчик? Открываете вакансии, выписываете, что должен знать Android разработчик. Ищите потом в Google родмапы того же Android разработчика и сравниваете, что есть в родмапе и что есть у вас вакансии. И самое главное, что нужно знать, берете, и изучаете. Все довольно-таки просто. Как я сказал в начале этого видео, рынок все порешает. То есть рынок вам покажет, на что делать упор. В общем-то, такое видео довольно-таки довольно спорное вышло в этот раз. Но все же мне было важно вам показать, как искать ответы на свои вопросы. А на сегодня у меня все. С вами был проект Мабу. До встречи на следующей неделе. Всем пока.